Авторские песни, общение со зрителями и вечер лирического шансона в компании единомышленников. В Одинцовской библиотеке номер один прошел квартирник. Михаил за год выступил на сцене, исполнил песни собственного сочинения и ответил на вопросы зрителей. Вот у меня выпущено уже 8 авторских альбомов, причем этим я начал заниматься достаточно поздно. Я имею в виду появляться перед публикой вот так, ну лет 15 назад. Основная профессия Михаила – переводчик. Также он преподает в Московском лингвистическом университете. Песни и поэзия – это параллельный вид деятельности автора. Эту еду безумных стай в свою обитель не пускай, и ангел спустится к тебе с высот небесных. Да, на квартирник я прихожу тоже. Я люблю это все. Я одобряю таких людей, вот смелых, которые выходят, что-то выступают, поют, стихи читают. Нина Федотовна и сама творческий человек. Пишет картины и стихи, занимается рукоделием. А еще она участница Одинцовского клуба «Активное долголетие». Много занимается спортом и участвует в соревнованиях. Она и все зрители в зале получили положительные эмоции и удовольствие от музыкального вечера и общения с автором песен. Ольга Дмитриева, Фарид Хридинов, телекомпания «Одинцова».